Оплата коммуналки – весьма затратная статья в бюджете любой семьи. Для инвалидов эта задачка тем более непростая, поэтому государство компенсирует часть этих затрат. Меры социальной поддержки инвалидов закреплены федеральным законом от 24 ноября 1995 года за номером 181 о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам предусмотрена статьей 17. От каких Показателей зависит размер компенсации гражданам с инвалидностью. Давайте разберемся. Во-первых, это площадь жилья и количество зарегистрированных в нем людей. Чем меньше человек зарегистрировано на жилплощади, тем больше метраж, за который полагается компенсация. Это 42 квадратных метра для одиноко проживающего. Это 21 квадратный метр для граждан, которые зарегистрированы вдвоем и 18 квадратных метров, которые зарегистрированы 3 и более. Хотелось бы отметить, что если площадь превышает те цифры, которые я назвала, то льгота предоставляется на те метры, которые положены в соответствии с нормативом. Существуют и определенные нормативы по набору коммунальных услуг. Компенсация за каждую рассчитывается отдельно и зависит от множества факторов. По электроэнергии рассчитывается в размере 50% от норматива потребления коммунальных услуг и определяется в зависимости от типа плиты – электрическая или газовая, количество комнат и количество проживающих человек. По водоснабжению нормативы утверждены распоряжением областного министерства жилищно-коммунального хозяйства. Также происходит и по газоснабжению причем нормативы эти зависят от наличия центрального отопления или центрального горячего водоснабжения и самое главное что должен понимать каждый из нас государство направляет меры соцподдержки не на всех членов семьи а персонально на каждого инвалида по каждой мере коммунальных услуг это свой норматив это также зависит от того, в каком доме проживает гражданин, сколько комнат в данном доме, сколько метров в данном доме. То есть здесь по каждому виду коммунальных услуг идет расчет от своего норматива. COVID-19 поставил органы соцподдержки перед необходимостью перевести оформление льгот в электронный вид. Теперь все документы можно подать через портал Госуслуг, а затем надо записаться и отправиться в МФЦ на сверку подлинников документов с их электронными копиями. Но бывает, инвалиду это трудно выполнить самому. Тогда необходимо попросить с подлинниками съездить в МФЦ кого-то из близких. Предварительно оформив на его целевую доверенность это в общем то несложное дело надо только пригласить домой нотариуса если э, у гражданина да есть какие-то вопросы э, по тому правильно ли произведен расчет в полном ли объеме предоставляются меры соцподдержки э, мы всегда граждан ждем в управлении социальной защиты по адресу Щелкова, улица Краснознаменская, дом 12, кабинет 1, где специалист даст полное разъяснение о расчетах, о выплатах, в каждом конкретном случае. Сегодня из-за пандемии коронавируса все консультации ведутся по предварительной записи. Заявку можно оставить на сайте Щелковского управления социальной защиты доселения. Эта функция очень удобна, когда человек оставляет заявку на сайте о том, что ему необходимо прийти на прием, с ним в дальнейшем специалист связывается и предлагает удобное для него время, день для того, чтобы он мог прийти и получить консультацию. На сегодняшний момент режим работы Щелковского окружного управления социальной защиты строится по графику с понедельника по субботу с 8 до 20 часов без перерыва на обед. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.